В данную минуту наш экипаж находится на Воздухоплоском проспекте. Здесь произошло столкновение трех машин. Перед нами на пешеходном переходе Volkswagen. Лоб в лоб в него влетел микроавтобус Renault, у которого мы видим, что лопнуло колесо. Чуть дальше за Renault находятся два экипажа полиции и колесо третьей машины. Третья машина находится на обочине. У нее удар в бок. Сработали подушки безопасности, которые спасли водителя. Мы успели пообщаться с водителем черного Volkswagen. И с его слов стало известно. Ну вот мы видим. Мы видим, что произошел боковой удар, от которого у Volkswagen вырвало колесо и развернуло в противоположную сторону. Значит, мы успели пообщаться с водителем Volkswagen. С его слов стало известно, что он двигался по Воздухоплоскому вверх, в сторону Соломенской площади, в крайний левый ряд. В какой-то момент через двойную осевую в него влетел микроавтобус Renault. Ну, от удара Volkswagen потерял колесо. Автомобиль пролетел на трех колесах и его развернуло в противоположную сторону. А сам микроавтобус Renault лоб-лоб столкнулся еще с одним Volkswagen. Ну, по предварительной информации, со слов водителя первого Volkswagen, в ДТП никто не пострадал, его машина застрахована. Также страховка есть и у второго Volkswagen. Значит, ДТП произошло на на пешеходном переходе. В какой-то момент здесь был пешеход, который хотел перейти, но, к счастью, задержался. Поэтому все обошлось без травм. В ДТП никто не пострадал. Машины разбиты, занимают крайне левую полосу. Движение в сторону Соломенской площади сильно затруднено. Мы остаемся на месте, а подробности этого чрезвычайного происшествия смотрите в вечерних новостях телеканала ЧП Инфо в 19:00. Берегите себя.